Вітання! Це програма «Екологія успіху» на першому всеукраїнському екологічному телеканалі «Еко-ТІВІ». І з вами її ведучі Наталія та Максим Добровольський. І сьогодні в нашій студії ми будемо говорити про конкурси краси. Чи потрібні вони нині і як вони змінюються разом з часом? В цьому нам допоможе наша сьогоднішня гостя. Тому що до студії «Екології успіху» завітала фешн-ведуча, справжня одеситка з відомим фешн-голосом, ведуча та організатор національних конкурсів краси та показів мод Наталія Кортес. Вітаємо вас у нашій студії і розпочнемо з вашої історії. Як ви почали займатися конкурсами краси і чому обрали саме таку дорогу, саме конкурси краси? Добрий день, добре утро, дорогі зрителі. Спасибо большое за приглашение і за такой хороший вопрос. Я попала в конкурси красоты не случайно, это долгий длительный путь. Я юрист, не состоявшийся психотерапевт и все в таком духе. И когда-то, еще в универские годы, меня саму не взяли в конкурс красоты. Я была низкая, у меня рост 170, который не подходит под стандартных моделей. Я для стандартных моделей была полненькой и не форматом. И я тогда поняла, что я хочу организовывать эту возможность для женщин, для девушек, которые не подходят под стандартные стереотипы. Вот так и началась моя карьера, так скажем. Расскажите про конкурсы красы, которые вот мают відбутися и сегодня, так, само 16 грудня, и також через декілька дней. Да, у нас проходит на данный момент национальный конкурс красоты в Украине, Miss Mrs. Plus Size World, который проходит непосредственно в Украине, в Киеве. У нас наши конкурсантки уже прошли региональные отборы по всей территории Украины. И сейчас победительницы мисс и миссис готовятся побеждать, готовятся активно покорять зрителей всей страны и, конечно же, в дальнейшем всего мира. И дуже цікаво всім, як відбувається конкурс зсередини, як відбирають претенденток. Кто бере участь? На что звертаете увагу? Давайте про це далі. Сегодня мы поговорим о нестандартных конкурсах красоты. Мне кажется, стандартных мисс и миссис предостаточно, поэтому мы поговорим о Plus Size и Classic. У нас есть два направления. Это Miss Mrs. World Plus Size, это для девушек пышни та розкішні, и Classic для девушек возрастом от 40 лет. У нас самая юная участница в возрасте Classic – это 43 года была, а самая взрослая – 69, которая бегает 100-метровку со своими внуками. Это потрясающая, абсолютно потрясающая атмосфера. Это неимоверные девочки. И то, что касается конкурса Plus Size, который будет 16-го полуфинал, у нас состоится 16 декабря в 16:30 в Arena City в Тау. И финал конкурса можно посмотреть в Национальном театре, прийти поддержать. Национальный театр Леси Украинки в 18:00 состоится финал национального конкурса Miss Mrs. World Plus Size. А так, все ж таки, розкажіть, так, як так. Ви вибираєте претенденток, як ви вибираєте цих дівчат, які потім беруть участь в конкурсі? Конечно же, у нас проходят региональные отборы. В течение всего года мы ездили по многим регионам Украины, где девушки оставляли свои заявки. Сразу скажу, в разных регионах было огромнейшее и разное количество заявок. В среднем у нас порядка 20 участниц проходит отбор на региональные конкурсы. И из этих 20 прекрасных женщин возрастом от 18 до 55 лет мы выбираем наилучших претенденток. О том, как они раскрываются, как они себя проявляют, как они готовы перевоплощаться и менять свою жизнь и, конечно же, становиться профессионалами в своей сфере деятельности. Когда выигрывает первая мисс и миссис Plus Size, мы приглашаем этих девушек для участия в национальном конкурсе. И на данный момент лучшие из них приехали уже готовиться к проходкам, к дефиле. У них была профессиональная съемка. Мы наблюдаем за ними на протяжении всего периода. Подготовка у нас длится порядка 2 месяцев. Они проходят различные этапы от работы с психологом, заканчивая тотальным перевоплощением образа. И в таком варианте у нас проходит подготовка и, соответственно, раскрытие личности. А от кожна з учасниць, вона має свою якусь історію. Це повинна бути або драматична історія, тому що насправді в нашій Україні багато хто любить, знаєте, такі драматичні історії, незвичні, або, наприклад, якісь важкі. А в наших учасницях є такі чи ні? Ви знаєте, у нас у кожної дівчинки є своя собственна історія. Ми не вибираємо стереотип. Я знаю, що на багато програми вибирають стандартные, скажем так, истории, должна быть одна мама с детьми, должна быть одна мегапозитивная, должна быть Золушка и так далее. Нет, у нас такого нет. У нас каждая девочка, именно девочка, вне зависимости от ее возраста, параметра и социального статуса, это каждая девочка со своей собственной уникальной историей жизни. У нас есть
морячки, которые повара на судне, у нас есть спасательницы из МЧС, у нас есть владелицы крупного бизнеса, у нас есть самые разные женщины. И я думаю, что у каждой женщины найдется своя собственная история жизни. У кого-то она будет более или менее драматичной, а у кого-то она, наоборот, будет максимально лучезарной, которой хочется искренне сказать «браво», «молодец» и воодушевиться ею. Но, вы знаете, я еще не встречала ни единую девочку, ни единую женщину, которая пришла бы к нам в проект, которая была стандартной, которая была бы вот, у которой всегда все хорошо, у которой все всегда легко получается. Многие из них, они с такими душевными ситуациями, которые хочется рассказать всей Украине. Одна из наших победительниц 2019 года, я не побоюсь ее произнести вслух, Тамара Козицкая, является для меня эталоном перевоплощения. Она женщина, у которой случилось в жизни горе, и которая никогда не могла в себя поверить больше. У нее, я надеюсь, Тамара меня простит, у нее не стало родного человека, у нее не стало мужа, у нее осталось двое детей. И для нее этот конкурс выявился в жизни спонтанным, абсолютно. И ее перевоплощение, вера в саму себя, вера всей Украины в эту женщину, в эту девочку, стала примером для 25 миллионов женщин в Украине. Что можно все, что какими бы параметрами ты ни обладал, какая бы ситуация в твоей жизни не была, что бы у тебя ни происходило, это проведный микробиолог Украины. То есть это девушка не из модельной сферы совершенно, которая становится на сегодняшний день лицом многих брендов, которая становится вдохновительницей и воодушевительницей для нас, для девочек. А от скільки триває вже років сам ваш конкурс краси, наприклад? Это четвертый год, когда проводится конкурс, но только в этом году он набрал таких сумасшедших масштабов. Только в этом году у нас был первый проект, который провелся по всей Украине с региональными отборами. Дивіться, з кожним роком якось конкурси удосконалюються. Ви з кожним роком щось вносите нове, тому що з часом дійсно вподобання змінюються. Раніше звичайні конкурси краси були, зараз уже вигадали різні. Plus size, також кому там за, вже жінки навіть в будь-якому віці можуть взяти участь в такому конкурсі. Що далі? Можливо, є якісь нові ще задумки? Задумок у нас багато, і наші дівчатки вдохновляють нас на це. К нам уже поступают заявки на семейные конкурсы, пока в каком формате они могут проходить, неизвестно. Но мы все-таки работаем над этим. На одном из мероприятий у нас была такая ситуация, когда выходит на полуфинал, на день знакомств, где они презентуют свои видеовизитки, они все составляют о своей жизни 2-3-минутный видеоролик, в котором они рассказывают о своей жизни, о том, чем они занимаются, что наполняет их жизнь, какая у них работа, семья и так далее. Обо всем, чтобы мы могли с ними познакомиться. И, конечно же, познакомиться наши члены жюри, которые в дальнейшем и принимают решения. И на одном из мероприятий к нам выходит девушка по имени Виктория. У нее все прекрасно, у нее шикарная семья, у нее великолепный бизнес, все процветающее в жизни, и мы задаем ей один простой вопрос. Зачем вы здесь? Она отвечает, я здесь для того, чтобы стать для своего мужа королевой. Выходит в этот момент ее муж на середину сцены и говорит, она уже моя королева. Вы знаете, это было настолько душераздирающе, но настолько было искренне, спонтанно и душевно, что этому хотелось аплодировать стоя. А от які найчастіше міфи, наприклад, ви зустрічаєте, коли от організовуєте такі конкурси краси? Невера в себе. Невера в те, що любая дівчинка може прийняти участь. Невера в те, що це для всіх відкрито. Можна заповнити заявку на одному із наших офіційних аккаунтів на страничці Instagram Miss Mrs. World Plus Size або на Фейсбуці, звісно ж. І у нас свяжутся с нашими потенциальными участницами, наши менеджеры, которые зададут ряд вопросов, насколько девушка готова тратить свое время, насколько она готова перевоплощаться, насколько она открыта к изменениям и допустим ли в ее графике такой промежуток, отрезок времени на подготовку, потому что для многих это также является проблемой. И, конечно же, после прохождения ряда вопросов мы принимаем решение о том, подходит ли нам эта участница, подходим ли мы ей, конечно же, і починаємо непосередньо вже підготовку конкурсу. Найголовніший такий міф про конкурси краси, про які, мені здається, говорять всі і завжди, це що корони купують, що багато різних хороших претенденток, а в результаті виграє та, яка заплатила більше. Ну, вибачте, але так дійсно кажуть. Так, я прекрасно це розумію. Є дуже багато, так скажем, фейкових конкурсів. Я не побоюсь об этом розказати, тому що є дуже багато конкурсів, які для галочки, є заведомо відома победительниця, и для нее, как говорится, фон для красивых делается из фона для некрасивых. К сожалению, мы не можем этого избежать, мы не можем исключить такие мифы.
Поэтому мы просто приглашаем прийти к нам и попробовать себя, свои силы и убедиться в том, что все кристально чисто. У нас идет открытое голосование, у нас идет открытая подготовка. Мы всегда в открытую отвечаем на все вопросы. И дело в том, что у нас купить корону невозможно. Просто по той причине, что наша победительница должна быть достойной женщиной Украины, которая в дальнейшем представит Мисс Plus Size на международном уровне. И следующий конкурс, который будет в Бразилии, наша победительница летит именно туда, мисс и миссис, будет проходить в Бразилии, и она должна быть той самой королевой, которую будет не стыдно показать, а которая будет достойно рассказать, как о женщине-представительнице Украины с роскошными формами. И принимаем решение мы не единой коллегии, а принимает большое количество людей, которые участвуют в этом. Поэтому здесь подстроить просто невозможно. А от хто найчастіше входить до складу журі, які обирають міс? До складу журі нашого, допустим, в этом году сейчас у нас входит знаменитый психолог. Она создает полный психотип личности, она уже с нами работала, Анна Долит. Она вчера провела неимоверную работу, конечно же. До складу журі входить найбільші натуральні груди України, занесені в книгу рекордів Гіннеса Мінола Кузнєцова, которая единственная является победительницей Miss Mira Plus Size. Естественно, она со своего профессионального взгляда должна оценивать девушек и видеть их потенциальную работу. У нас входят стилисты, у нас входят визажисты, провидные науковцы Украины, входят победители прошлых лет и из разных сфер фэшн-индустрии также представители, которые принимают решение о том, имеет ли эта женщина дорогу в будущее в этой сфере. А в чем самый конкурс красоты этого года будет отличаться от предыдущих? Он каждый раз отличается от предыдущих, потому что каждый раз, как вы уже задавали вопрос, мы должны апгрейднуться. Соответственно, каждый раз мы должны улучшаться и вносить что-то новое. В этом году, как я уже говорила, прошли региональные, это впервые отборы. То есть это не просто девушки, которые спонтанно подали заявку, ничего не зная об этой сфере. Они уже прошли определенные отборы, они уже прошли подготовку к региональным конкурсам, они уже прошли постановки дефиле, и сейчас они заново доучиваются, не переучиваются, а именно доучиваются. То есть они повышают свой уровень знаний. И в этот раз у нас 18 декабря в Национальном театре «Леси Украинки» будет также интересная шоу-программа с «Nova Magazine Awards», знаменитейшим киевским фэшн-журналом, который также будет номинировать лучших фэшн-индустрий в различных галузях украинской культуры. И у нас будет безумно красивая шоу-программа. У нас будут летать балерины в воздухе, у нас будет музыкальное сопровождение, у нас будут настоящие перформансы и очень красивое фэшн-шоу. А от багатьом ви відмовили, наприклад, у прийнятті конкурсу краси от саме цього року? От багато було учасниць, які хотіли, но не змогли. Да, конечно же, в любом случае мы не берем более 30 заявок, мы не берем более 30 участниц на национальный конкурс. Это решение принято нашим генеральным директором Татьяной Котелкиной, которая безумная умничка, которая тянет на своих плечах, стройных во всех смыслах слова, очень тяжелую ответственность, очень тяжелую работу по принятию этого решения, что мы некоторых должны в любом случае дистанцировать, скажем так, и оставить на следующий год, потому что заявок действительно с каждым днем становится все больше и больше, вплоть до того, что у нас на нашей страничке на Инстаграме до сих пор приходят заявки с просьбами «возьмите нас в участницы». Конкурс происходит уже сейчас, а мы до сих пор получаем заявки. И, конечно же, мы можем принять не всех, поэтому мы и должны выбирать лучше. Існує ще таке твердження, що конкурси краси сприяють такому поширенню нереалістичних стандартів краси. Ви кажете про конкурс краси Plus Size. Там свої стандарти краси. Є у дівчат певні параметри, які мають бути. Зрозуміло, що вони не такі, як раніше, там 90-60-90, але так, свої мають бути. Так, звісно ж, це має бути пропорціональність. В першу чергу ми дивимося на гармонічність образу. І, опять-таки, тут має бути безумно красиве лице, яким обладає абсолютно кожна із наших учасниць. Обаятельная лучезарная улыбка, правильная красивая осанка. Мы этому, конечно же, всему обучаем, но все-таки природные данные должны быть. И то, как человек над этим работает. По параметрам у нас начинаются объемы от 100 сантиметров, то есть от стандартных 90-60-90 мы уже отошли. Жестких ограничений в какую-либо сторону у нас нет, потому что это все-таки конкурс, который приходит с новыми стандартами, с новыми параметрами. И, конечно же, мы не можем ставить ограничения на эту тему. И у нас нет такого ограничения по росту, допустим, как у стандартных моделей 175+. У нас девушки разные. У нас девушки, которые попадают во все украинские базы данных, как
фотомоделей, видеомоделей. Они попадают под рекламные съемки. И вы же прекрасно понимаете, что даже для различных телепрограмм нужны различные типажи. Как раз-таки у нас эти девочки присутствуют. А оскільки дівчата працюють, займаються перед конкурсом? Який період? Часу? Подготовка к конкурсу у нас длится на протяжении почти 2 месяцев. За это время они приезжают к нам со всех регионов на национальную съемку. В этом году съемка у нас была 2 дня, где они попадают под тотальное перевоплощение образов. Обо всех этих фотографиях и результатах вы можете, конечно же, ознакомиться на нашей национальной страничке, в том числе в Инстаграме на Miss Mrs. World Plus Size, где вы посмотрите сумасшедшие красивые фотографии одного из лучших фэшн-фотографов Украины, которая своим видением показывает настоящую женскую истинную красоту, где наши девочки превращаются в богинь во всех смыслах слова, где на них надеваются безумно красивые наряды, роскошные образы, создаются великолепные прически, и они видят себя заново. И на протяжении 2 месяцев они готовят о себе новую видеовизитку. Это 2-3-минутный клип о своей жизни, который они будут презентовать. Ну а также у них есть сюрприз. Это национальный костюм, который они готовят для себя сами. К одной из национальностей, у нас у всех большинства смешанная кровь, и к одной из национальностей, которой мы принадлежим, этнической, у нас есть предрасположенность и желание показать свою природу. И это их собственное задание. А это, поверьте мне, занимает очень длительное время подготовить дизайнерский костюм. Так, а вы сейчас сказали, что они работают и с психологами, так, правильно? Сколько вообще тривает эта подготовка? И из самой подготовки, что им найбільше подобається? Тобто, их образы створити, або, например, створити відеовізитку, що найбільше? Я знаю, що найменше подобається. Найменше подобається працювати 24/7. Мы являемся для них поддержкой действительно 24 часа в сутки. Буквально сегодня утром мы обсуждали, что нам сообщения приходят с вопросами и в 1:30 ночи, и около 7 утра. Мы действительно готовы, все у нас огромнейшая команда режиссеров, стилистов, визажистов, постановщиков, хореографов, фотографов, психологов, всех абсолютно наших безумно любящих свою работу людей. И мы являемся для них поддержкой постоянной. То есть сказать конкретно, что нравится, что не нравится, очень сложно, потому что все-таки 30 взрослых состоявшихся личностей, и для каждой это очень индивидуально. Но то, что я знаю, что больше всего нравится, это жизнь, которая меняется после проекта. Ведь те девочки, которые уже у нас участвовали, ни одна жизнь не осталась прежней. Любой участницей, с которых мы могли бы пообщаться, мы узнаем, что кто-то открывает свой бизнес, кто-то занимается моделингом, кто-то открывает свои школы, кто-то разводится и начинает жить счастливой жизнью, даже такое бывает. Кто-то, наоборот, создает благополучные семьи и понимает, что нужно любить себя. И именно вот эти изменения, которые происходят у нас внутри, которые происходят у нас в нейронных связях, в связях в голове, и являются главным изменением в жизни девочек, которые больше всего приносят удовольствие. И вот на закінчення нашего интервью хочется подвести підсумки. На ваш погляд, навіщо потрібно робити конкурси краси? І чи з часом вони не виживуть себе, що будуть продовжуватися з кожним роком удосконалюватись? Это не просто конкурси, это проекти. Это проекти о настоящей женщине, это проекти о настоящей личности, красоте женской природы и о том, что нужно в себя верить при любых обстоятельствах, при любых жизненных ситуациях и о том, что все возможно. И, конечно же, о том, что женщина – это начало нашей жизни, начало того прекрасного, с которого начинается сама жизнь. И в первую очередь вера в себя, в своего внутреннего Бога, в свое состояние того, что ты можешь все. Дякуємо вам велике за таке інтерв'ю і за те, що поговорили про конкурси краси, тому що тема обширна і дійсно багато людей за, багато проти. І сьогодні ми розставили трішки крапки над «і». В студії «Екології успіху» була Наталія Кортес, співорганізатор національних конкурсів краси. Говорили про красу в нашій Україні і нашому світі. Це «Екологія успіху». Повернемося згодом, не перемикайте.